нельзя. Нельзя дальше идти в ту пропасть, в которую мы сегодня идем. На вот этих эмоциональных... Виноваты были те или те в расстреле 9 мая. До того момента, когда процесс станет необратим. В ноябре месяце рисопалочный цех имел в своих заказах... Сегодня мы говорим с уверенностью, что люди с оружием, так называемой Донецкой Народной Республики, просто беспредельничают, захватывая железные дороги и тем самым преграждая путь нашему сырью, без которого заводы через 2-3 дня остановятся. И это значит, остановится жизнь в нашем городе и в нашем крае. Это стопроцентная трагедия. Мы говорили и всегда были последовательны в своих... Верите? Завтра захватят дорогу, послезавтра еще что-то. Ильича остановился бы через 3 дня. Я думаю, не надо вам объяснять, что такое остановка комбината. И мы должны с вами проявить, все уже в итоге понимали о том, что это поход под пули. И, конечно... Только ценой инициативы компании «Метинвест», ценой позиции... Это люди, все работники ПАД комбината имени Ильича. Это цехов, которые освободили, которые с контор. Люди переживают за свое будущее, за свою работу, за тот бардак, извините, что сейчас начал твориться в Мариуполе. Поэтому все хотят спокойствия и мира, и нормальной работы, и веры в завтрашний день. Сегодня здесь, потому что город Мариуполь за мирное небо над головой. Никаких танков, никаких автоматов в городе не должно быть. Тем более в таком городе, который кормит практически, наверное, большую часть населения, да, и Украины в том числе, который перечисляет деньги в Киев, ну и за счет которого живет моя семья.